Сегодня Совет Палаты одобрил целый пакет документов, который предусматривает процедуру общественного заверения отчетов о экологической, социальной и корпоративной ответственности компаний, регионов, муниципальных образований именно на площадке Палаты. Это действительно уникальный шаг, который, ну, наверное, соединит возможности, лучшие практики всего гражданского общества. Потому что именно общественная палата может на своей площадке и должна объединить все заинтересованные стороны, и государство, и бизнес, и коренные малочисленные народы, и региональные сообщества, и некоммерческие организации, благотворительные фонды, все-все-все, как бы институты гражданского общества для того, чтобы при рассмотрении деятельности компании или субъекта каждый голос был услышан. Сегодня это сделано, и действительно я вижу огромные перспективы, потому что это не только возможность для обмена лучшими практиками, когда именно палата будет рекомендовать использовать в своей работе регионам или компаниям, но это еще и инструмент того, чтобы лучшие практики корпоративной социальной ответственности компаний как раз приумножались и развивались. Сегодня эта инициатива была поддержана всеми членами Совета, и в ближайшее время мы обсудим на нашем региональном форуме сообщества в городе Липецке, который пройдет на следующей неделе, 12 июля, с участием региональных общественных палат, с участием регионов, представителей именно региональных наших гражданских институтов, эту инициативу. Я уверена, что это найдет отклик и реальные предложения уже, и, возможно, это станет действительно хорошей скрепой для того, чтобы уже вот то, что мы приняли и обсудили сегодня, уже стало реализовываться. Я ставлю, как руководитель координационного совета, ставлю задачи, чтобы в ближайшее время мы сформировали сам совет, чтобы действительно не только члены общественной палаты, которых в совете большинство по положению, но и представители всех деловых сообществ, экспертного сообщества, науки, институтов развития смогли принять участие в совете, чтобы действительно мнение каждого было учтено. Ну и, конечно же, до конца года, может быть, даже в течение 2 месяцев мы смогли бы провести на площадке палаты такие первые обсуждения, заверения отчетов и компаний, и регионов. Ну и хочу сказать, что уже есть пожелания от нескольких субъектов, пока не буду открывать, кто они, но я думаю, что в ближайшее время мы обязательно об этом расскажем.